Всем привет, ребят, особенно подписчикам, не просто случайным зрителям моего канала. Хочу сказать пару слов по поводу новых роликов, которые я сейчас делаю в отдельный плейлист по расхождению с морскими судами, различные ситуации. Вот. Вчера закинул в группу видосик, и людей это реально заинтересовало. Я понял, что стоит в этом направлении двигаться. Мне также важно, чтобы вы, моряки, да, можете рекомендовать своим друзьям, одногруппникам. Я думаю, им будет полезно. Сарафанное радио, оно работает лучше, а вот эти все группы, раз закинул и все. Потом они больше этого не делают. Получается, реклама уже не в их интересах. То есть мне нужно платить им бабки, чтобы видосы постоянно там были. Поэтому, то есть один раз появился, все. Человек не так много пока что на канале, но тем не менее, за один вечер от этого видео прибавилось приличное количество людей. Поэтому хочу вас попросить, да, чтобы репостики делали иногда. Что еще? Работаю сейчас с филиппинцами, экипаж у нас смешанный, тоже показал данный контент. В общем, они заинтересованы также и просят на английском языке. Вот. И я буду уже периодически либо один и тот же ролик делать, накладывать потом уже перевод английский, либо просто будут ролики иногда на английском, иногда на русском. С другой стороны, это будет и вам полезно. Вот. Ну и, соответственно, филиппинцам тем же, да, потому что их на флоте очень много. Европейцев не так, а вот именно филиппинцев по количеству, так, наверное, и украинцев, и россиян вместе взятых, да, а то и больше их. Поэтому они заинтересованы в этом не меньше. Все, я надеюсь, вы меня услышали, поняли, какой контент будет примерно, да, на двух языках. Надеюсь, ну, пишите, если будет проблематично там с переводом, да, на русский. В любом случае, мой язык такой средний, и не будет там, таких заумных слов. Все будет просто, и даже тех, у кого слабенький английский, он будет понимать, о чем идет речь. Ну и, соответственно, вам будет полезно немножко уже начинать понимать язык. Кстати говоря, какая интересная птичка. У меня каждый ролик какие-то интересные моменты получаются. Скажите мне, пожалуйста, что это за дичь к нам на крыло прилетела? Красавица. Да. Наверное, просит поесть. Ну, в принципе, мы завтра уже будем, точнее, не завтра, через 2 дня в Норвегии. Видимо, она хочет туда попасть. Ну, либо на острове выйдет вот здесь. Такие вот перелетные птички. Обычно обычные чайки сопровождают. Ну все, ладно. Все сказал, все рассказал. Спасибо. До скорых встреч на канале с новым контентом.